Если увидишь его, целься в голову. В любом случае, я этого не сделаю. Безопасная зона. Не спрашивай. Чую засаду, надо быть осторожнее. Привет, ты из каких войск? Ага, еще одного поймал. Подкрепление. Давайте за мной, мэм. Открывайте огонь. Я вас защищу. Дамы, будьте там осторожны. Эй, только постарайся не стать каким-нибудь монстром, ладно? Возьми на себя. Так, попробую свой код. Посмотрим, может, это сработает. Это последний ужас, который пришлось испытать миру. Послушай, я серьезно ранен, и, наверное, у меня сломана нога, поэтому тебе придется идти одному. Уходи отсюда, пока еще не поздно. Ух ты, а я был так близко. Ты что, с ума сошел? Это может скоро заинтересовать. Не хочется говорить, что ты в плохой форме. Прости, дорогая, но я должен остаться с доктором. Ты знаешь, что я не могу пойти с тобой. Я бы с удовольствием, но кому-то нужно защищать доктора. У нас у всех есть своя работа, а моя работа здесь. Не заставляй меня делать это. Я открою эту дверь. Давай, я открою тебе эту дверь. Эй, а если я так сделаю? Извините, мистер Фриман, я на службе. Специально для тебя. А это будет неплохо смотреться среди моих приобретений. С такими приятелями, как вы. Подожди минуту, почти готово. Хорошая работа. Слушай, мне тоже нужно достать такой костюм. Один есть. Эй! Доктор. Как дела? Мэм. Эй, привет. Эй, как дела? Похоже, сегодня нам предстоит долгий денек. Как дела, приятель? Вот, давайте я займусь. Доброе утро, доктор. Доктор, кажется, вы сегодня вовремя. Боюсь, в системе были какие-то неполадки, так что их могли удалить из защищенной базы данных. Если вы пройдете со мной до двери, то я смогу вас впустить, чтобы вы сами все выяснили. Ладно, это займет одну секунду. Вот так, увидимся после эксперимента. Перед тем, как я сюда вас впущу, вы должны зарегистрироваться. Просто отметьтесь там за углом. Солдаты везде, они всех убивают. Помогите! Слушай, как я рад тебя видеть! Слушай, как я рад тебя видеть! Да, у меня есть код разблокирования системы безопасности станции, но я не уйду, пока эти солдаты не исчезнут. Если ты не можешь их убрать, то, может, ты их пока задержишь? В любом случае, мне здесь совсем небезопасно. Да, у меня есть код разблокировки системы безопасности станции. Пойдем. Я не пойду с тобой, пока ты не разберешься с этими солдатами внизу и не убьешь их. Это слишком опасно. Я уже сказал тебе, я не пойду, пока там мотаются эти солдаты. Слушай, у тебя есть спецкостюм, который тебя защищает. А если я пойду туда, то солдаты меня убьют. Займись ими, и я пойду с тобой. Я беспокоился, что ты не справишься. Ладно, пойдем на станцию охраны. Ты иди впереди. Дверь закрыта. Посмотрим, сможешь ли ты активировать ее с консоли. Конечно. У тебя есть план? Центральная станция безопасности находится здесь. Идите за мной. Идите за мной. Почти на месте. Это прямо здесь. Пойдемте, она впереди. Мой код доступа должен открыть любые двери в центральном переходе. Не стойте слишком близко к главным дверям. Когда они открываются и закрываются, они сильно захлопываются. Из этой комнаты мы можем наблюдать перемещение, проверять транзитные линии, открывать и закрывать ворота безопасности в накопителе и следить за каждым движением. Видишь? Твой сигнал вот здесь. А там есть еще один сигнал. Наверное, этот парень Фриман. Пожарная комната находится на другой стороне комплекса. Я открою тебе аварийные выходы между этим и тем блоком. У нас кто-то нелегально пробрался через ворота возле тебя. Лучше будь осторожен, кажется, у тебя посторонний. Мне придется закрыть ворота, как только вы пройдете через них, так что вам вдвоем нужно держаться вместе. Наш умница доктор здесь, и я не открою двери, пока вы оба не будете готовы пройти через них. Слушайте, вы оба должны быть здесь до того, как я открою дверь. У нас немного времени. Нам нужно кое-что отремонтировать, если мы хотим справиться с солдатами, но что-то блокирует доступ к основной двери. Я думаю, что туда лучше всего пробраться через док и хранилище. Если пойдете со мной, я проведу вас через дверь, и вы выберетесь. Может, вы как-нибудь сможете зарядить это в мост и использовать его как оружие? Управление мостом находится там. Если хочешь есть, то можешь угоститься пиццей. Я ничего не знаю, я даже не с этой научной командой. Я ничего не знаю, я даже не с этой научной командой. Я ничего не знаю, я даже не с этой научной командой. Эй, откуда ты пришел? Нам нужно держаться вместе, здесь полно солдат. Эй, что вы двое здесь делаете? Прячьтесь, здесь везде солдаты. Слушай, думаешь, у нас есть будущее в этом деле? Не волнуйся, дорогая, я как раз на месте. Не волнуйтесь, мэм, я опытный профессионал. Вы просто прекрасно смотритесь в защитном костюме, если вы не против такого мнения. Оранжевый защитный костюм прямо вам к лицу. Вам идет оранжевый цвет. Мне нравится, как вы держите пистолет.
Как насчет интернета? Хотелось бы мне, чтобы ты не дошел до этого. Все в порядке, мэм, они у меня. Хороший выстрел. Где вы научились стрелять? Если я когда-нибудь это сделаю, называй меня испанским летчиком. Думаю, это здесь. Это сюда. Нужно идти за мной. Эй, отойди. Ненавижу делать такое. Вы сумасшедшая женщина. Мужик должен делать то, что должен делать мужик. Мне здесь нужна ваша помощь. Эй, вы можете мне помочь? Конечно, мэм. Женщины вперед, только после вас. Со мной вы не попадете. Я всегда хотел, чтобы вы это спросили. Я буду прямо за вами. Стреляй! Я должен остаться здесь, чтобы управлять воротами безопасности. Да хватит издеваться, Гордон. Осторожно, девушка, это свои. Разве сейчас твое место не на посту? Простите, мэм, я не могу сейчас оставить свой пост. Когда уже кончится моя смена? Я бы поболтал, но сейчас я на дежурстве. Сейчас я очень занят. Мы можем отложить это на потом? Прости, я на посту. Эй, знаете что, может мы смотаемся потом в кино? Извините, мистер, я не могу отлучиться со службы. Я надеялся, что ты придешь. Ты должен зарядить эту батарею и доставить ее доктору Розенбергу. Я бы помог, но я серьезно ранен. Скорее всего, ты сможешь протолкнуть батарею через ограду на станции зарядки, которая находится за мной. Сейчас я попробую подняться. Держи себя в руках. Если мы не сможем зарядить батарею, мы все погибнем. Уходи отсюда. Я справлюсь с ним. Все в порядке, сэр, я справлюсь. Эй, эй! А разве нельзя это сделать потом? Подожди немного, дверь не принимает твою карточку. Я попробую открыть ее с этой стороны. О, хорошо, кажется, получилось. Прости, но сегодня с утра у нас одни проблемы. Сбои систем, отключение систем охраны. Еще удивительно, как здесь все еще полностью не вышло из строя. Я знаю, сэр. Мы делаем все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль. Дайте нам немного времени. Рад тебя видеть сегодня. Да-да, я знаю, проблемы с системой доступа. Надеюсь, ты готов к долгой смене. О, только не это. Похоже, у некоторых возникли проблемы с главным лифтом в секторе G. Почему бы тебе не сходить туда и не постараться все исправить? Ты же знаешь, что ты не можешь находиться на посту без формы и табельного оружия. Желаю удачи. Ладно. Я знаю, что здесь недавно, но если ты хочешь немного пострелять, то пожалуйста. Ничего себе. Ты видел? Эй, осторожно, девушка. Осторожней. Черт, я думал, что все по-дружески. Не зли меня. Кто-то должен научить вас этим пользоваться. Смотри, куда стреляет. Смотри, куда стреляешь. Поосторожней с этой штукой. Возьми не больше того, что мне нужно. М? Приветик, держись поближе, дорогая. Мы прорвемся через это вместе. Эй, приятель, кажется, ты ошибся. Простите, мэм, не могу задерживать. Я буду держаться сзади. Ну что, написать на твоей могиле, что ты был хорошим парнем? Теперь ты пожалеешь, что раньше этого не сделал. Без меня вы будете в порядке. Я правда не думаю, что вам следует оставаться сейчас одной. Если понадоблюсь, я буду здесь. Вы же не собираетесь подставить мне плечо, да? Я думал, что мы одна команда. Смотри-ка, будь поосторожней с этой штуковиной. Что ты хочешь сделать? Будь поосторожней с этой штуковиной. В этой зоне я себя чувствую дискомфортно. У меня очень плохие предчувствия. Они выпекли нам холодного пивка? Ты помолчать можешь? Один из этих парней мог бы все запутать еще больше. Это место намного больше, чем я думал. Давай, Гордон, ты что, хочешь меня подставить, что ли? Эй, мистер Фриман, у меня для вас были кое-какие сообщения, но минут 20 назад у нас случилась неприятность. Вышел из строя сервер, и я до сих пор не могу восстановить свои файлы. Кое-какие неприятности произошли в испытательной лаборатории, но я надеюсь, что все обойдется. Надеюсь, вы получите все сообщения, как только мы восстановим систему. Вы не у того шлюза, господин Фриман. Вы же знаете, что я не могу вас пропустить туда. Извините, но у меня четкие приказы не пускать вас внутрь без защитного костюма. Замечательно, сэр. Кажется, мистер Фриман, вы немного опоздали. Господи, Гордон, как я рад тебя видеть. А какого черта, что они себе вообразили и почему они были внутри? Все в порядке, сэр. Я могу его забрать? Эй, вы что там делаете? Отойдите, скоро должна приехать спасательная бригада. Лифты не работают, нам придется добираться своими силами. Отлично, пошли. Военные все подготовили, чтобы мы выбрались. Даже не рассчитывая на то, что сетевые шнуры починят. Может быть, помощь уже и выслали, но нужно выбираться. Может быть, помощь уже и выслали, но нужно выбираться. Эй, вы! Он поможет выбраться из щупалец космического осьминога! Эй, он проглотит меня! Подавись, скотина! Тихо, эта тварь нас может услышать. Мистер, вы могли бы включить ток, и этот поезд отвезет нас прямо наверх. Ну, я бы и сам попробовал, но до генератора не близко. И там по пути эти вещи и все такое. Слушай, что я тебе скажу. Ты должен добраться до генератора.
Мистер, включите его. Он попадет прямо на поверхность. Я бы и сам это сделал, но слишком много было препятствий на моем пути к генератору. Я больше не могу. Лучше иди без меня. Фриман, я тебя ждал. Мне приказано передать тебе сообщение. Ты должен переконструировать эту устаревшую систему в некое подобие ракеты. Я точно не знаю, где она находится. А шеф был так озабочен тем, как свалить отсюда живым, что мне ничего не сказал. В общем, ракету тебе придется запускать самому. Да, кстати, шеф сказал еще что-то о группе «Лямбда», которая вступит в действие в случае, если они уничтожат это сообщение. Ты ведь Фриман, не так ли? Убедись, что ты не... Что это? Оружие? А чего мы им не пользуемся? А, что это значит «перезаряд»? Там наверху не очень хорошо все заперто. Надо найти кого-нибудь, у кого есть доступ к сканеру и кто поможет нам открыть входную дверь. Уверен, что в некоторых лабораториях еще прячутся ученые. Может быть, найдем их, и они помогут нам выйти наружу. Да, это все из-за вас, ученых. Да, вы создали мутантов. Да заткнись, кто-то идет. Господи, я думал, у меня была неудачная ночка. Но ты выглядишь живее Джимми Хендрикса. Думаешь, день будет легче? Но не парься, поступай как хочешь. Быстрее, быстрее, залезай. В стерилизаторах, по идее, одним нажатием кнопки уничтожаются все микробы. Но проблем будет больше, чем сейчас кажется. Помогите. Помогите кто-нибудь, я умираю. Пожалуйста, помогите. Эй, выпустите меня отсюда. Тебе повезло. Можешь воспользоваться ракетной установкой и лазером, чтобы избавиться от этих ублюдков. Я ранен. Меня, наверное, подстрелил снайпер. Сделай так, чтобы мы находились в безопасности. Уже переслал? А что делать с этим парнем? Вот он какой. А мы и не думали, что у тебя получится. Да лучше его прикончить. Мне достаточно знать, что если я этого не сделаю, мне будет гораздо сложнее вернуться домой. Не забудь прибавить ускорение, а я тебя пока прикрою. Я останусь здесь. Если увижу какое-нибудь инородное тело, буду стрелять без предупреждения. Ничего не понимаю. Даю голову на отсечение, болит здесь. А мне совершенно все равно. Ты хоть примерно себе представляешь, сколько человек из нашей команды погибло? Я не хочу умирать. Сдохни, сволочь. Если будем держаться вместе, у нас будет шанс пожить подольше. И не проси меня. Не спорь. Не покупай это. Я так себе это не представляю. Я так не думаю. Эй, прекрати это. Вот уж сомневаюсь. Так просто ты меня не убьешь. Хуже и быть не может. Они приближаются. Ты рад, не правда ли? Ну ладно, почему нет? Одному умирать скучнее. Голову бы оторвал тому, кто это устроил. Трудно сказать. Эй, Гордон! Сэр, ты что-нибудь слышал? Я что-то слышу. Привет. Хорошо, я останусь и буду помогать всем, кто здесь окажется. Эй, Гордон! Сэр, ой, как же я сильно ударился. Эй, мистер Фриман. Добрый день, сэр. Не нравится мне этот звук. Думаю, так. Да, пожалуй, я тебя подожду здесь. Простите меня, сэр, но я больше не вынесу. Я ранен, но это не страшно. Черт, давай свалим отсюда. Я полагаю... Иди без меня. Я на самом деле не знаю... Нет, не убивай меня. Ты что, ненормальный? Оставь их в покое. Да, пошли. Побежали. Рано или поздно это случится. Может быть. Ты видел это? Оно без ноги. Мистер Фриман? Ты что, до сих пор думаешь, что это борозда? Нет. Нет, сэр. Точно я сказать не могу. Нет выхода.
Видел новый ИГ-99? Что это за... Что это, док? Ты с ума сошел. Я не могу открыть дверь, пока кто-нибудь не отключит запор. Фу, чуть не добрались до меня. Иди-ка сюда. Дальше все не так просто. Единственный выход через склад 4-го уровня, но там сейчас черт знает что. Оперативники использовали его как опорный пункт, пока туда не добрались чужие. Если все-таки проберешься там, ожидай, что они будут стрелять в нас. Кажется, ты неплохой парень, капрал. Послушай, тебе нужно забраться вниз. Оттуда что-то лезет, причем это что-то имеет самый мерзкий вид из всех, что я видел здесь. Я видел там пару тел, но, по-моему, они уже были без признаков жизни. У меня здесь есть довольно много оружия, так что возьми столько, сколько сможешь унести. Оно тебе там точно понадобится. Удачи, капрал. Открывай огонь, Гордон! Открывай огонь! Мне не хочется этого говорить, но вы в очень плохом состоянии. А ты уверен, что мы правильно идем? Увидимся. Привет, солдат. Хорошо, я буду охранять эту зону. Так, солдат, теперь займемся делом. Фу, кажется, тут что-то сдохло. Ты видел? Там что-то движется. Что ж тут так воняет, а? Да, не нравится мне это. Звучит убедительно. Назад! Я останусь здесь охранять территорию. Это максимум, куда я могу пойти. Я останусь здесь. Вдруг кому-нибудь понадобится помощь. Не думаю, что нам стоит идти дальше. Как же мне хочется выжить и при этом не остаться калекой. Сегодня я буду бить по всем мишеням без промаха. Возможно, у нас будет больше шансов, если мы объединим наши усилия. Да, пожалуй, ты прав. Ты думаешь о том же, что и я. Я буду ждать тебя здесь. Ты думаешь, это тот выход? Не понимаю, что мы можем сделать в данной ситуации. Черт возьми, что это? Ты понимаешь, что происходит? Ты мог себе представить, что они могут разрабатывать такие вещи? Да, сэр. Спорим? Ты когда-нибудь видел нечто подобное? Молодец. Тихо, ты ничего не слышал. На это следует обратить внимание. Ты слишком много болтаешь. Ёп!